нас очередная годовщина нашей свадьбы. Годовщина нашей совместной жизни. Исполняется 49 лет. Это событие мы привыкли отмечать. И в этот раз я заказал заранее, на конец недели, отдых в гостинице Леонардо Плаза в Аждоде. Сейчас я нахожусь недалеко от гостиницы. Утро. Людей на улице мало. Я специально утром вышел пораньше. Я люблю так делать. Неоднократно я уже говорил это. Когда мало людей, никто не мешает снимать. И вот я сейчас на улице. Это у нас дорога с круговым движением. В центре круга стоит такая большая тарелка. Инопланетная, наверное. Я перехожу дорогу. И его на дальнем плане наша гостиница Леонардо Плаза. Я сейчас зайду в такой небольшой уютный парчок, что ли. Это зона отдыха. Там дорожки, скамеечки есть. Травка зеленая. Короче, красивое место. Вот мы видели, сейчас человек пробежал. В Аждоде, да и в принципе во всем Израиле, люди любят бегать. Кто-то быстрой ходьбой занимается, кто-то бегает по утрам. Есть люди, вот только что я здесь тоже видел, группами бегут, по 5 человек. Есть поодиночке. Народ оздоравливается. Я иду по дорожке. С правой стороны я вон вижу, тоже люди бегут. Видите, место зеленое, площадка для отдыха. Вот так вот красиво здесь. Пальмы. Декоративные камни тут стоят. Прямо, если мы пойдем метров, наверное, 200, может быть, 300 максимум, там море. Средиземное море наше израильское. А вот и я. Иду и сам себя снимаю. Вот мы видим, тарелка передо мной. Вот красивый этот парк. Небольшой, но уютный и красивый. Круговое движение, круг большой довольно. Очень большой. Этот круг с этой тарелкой, это как бы визитная карточка Аждода. А я продолжаю свое движение в направлении гостиницы. Одиночные лица появляются, ходят, бегают.
Я приближаюсь к гостинице. Вот стоит с левой стороны машина. Вчера была свадьба здесь. Невесту привезли вот на этой машине. И в ресторане гуляли свадьбу. Я сейчас отойду немножко подальше, чтобы попала гостиница, общий вид снять. Ведь машин много на стоянке. Это говорит о чем? Что в гостинице все номера заняты. Вот она, гостиница Леонардо Плаза. А я сейчас буду заходить вовнутрь. Пошел я в гостиницу. Вот вход. Я поздоровался с вахтером и захожу. Крутящаяся дверь. И вот я уже в лобби нахожусь. Вот красивый букет такой стоит на входе. Букет с цветами. Цветы живые. Это ресепшн. Сейчас здесь никого нет, потому что еще утро. Гостей они принимают с 3 часов дня. Здесь холл, буфет есть. Пока закрытый. А я направляюсь к лифту. Вот он, лифт. Их 3. 2 здесь, 1 за моей спиной. И вот как раз дверь открывается. Я зашел, я вижу себя. И мы поехали. Мы доехали до 4-го этажа. Я вышел и вот иду к своему номеру. Это коридор 4-го этажа. И вот он, мой номер 405. Я его открываю и захожу. И сразу вот поверну направо. Здесь у нас ванна и туалет. Вон я напротив сам себя вижу. Это раковина, это понятно. Это ванна здесь, закрыта стеклом. Дверь. Вот я вышел, это комната. Комната большая. И здесь большая двухспальная кровать, высокая. Хороший номер, чисто. Thank you.
еще была теплая, подтверждаю. Так, что мы здесь видим? Здесь мы видим халва, а на это различные сухофрукты здесь, мед. Так, здесь туна, селедка, виноградные листья с наполнителем, салаты, арбуз, яблоки, хлеб различный. Я хлеб не ем, не брал. Но здесь тоже бурекосы, яйца вареные. И не только вареные, есть яйца. Вот такие омлеты. Это макароны, макароны с томатом, макароны со сливками. Ну, в принципе, есть что кушать. Вот здесь вот различные хлопья. Дальше идет чай, кофе, капучино. Вот здесь за углом там капучино можно взять. Вот Роза уже села за стол, она себе уже набрала. Я еще ничего не брал, я только снимаю. Сейчас пойду. Пожелал приятного аппетита. И сейчас я иду себе набирать. Как отдыхается? О, отдыхается замечательно. Мы здесь сейчас в гостинице Леонардо Плаза кушаем. Сняли номер на 3 дня. И очень нам здесь хорошо. Мы отмечаем свою годовщину очередную. 49 лет совместной жизни. Так что нам кайфово. Ну, а это я около бассейна. Вот такой большой бассейн. Половина его закрытая. В тени. Ну, поскольку солнце перемещается, сейчас утро, тень здесь, а ближе к обеду он будет почти весь в тени. Здесь вход. И я пошел взять интервью. Скажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь? Кайф. Это интервью мое. Кайфую. Хорошо? Отмечаешь годовщину своей свадьбы. Отлично. Чтоб так до 120. Ну все, идем дальше. Так, я прошел дальше. С левой стороны, вот здесь за забором, детский бассейн. Такой лягушатник для маленьких детей. Очень удобно, чтобы они не мешали здесь среди взрослых. Ну, а это общий вид нашей гостиницы. На этом я заканчиваю. И до новых встреч!